который я сделал специально для конкурса. За основу был взят блок питания на 250 ватт от старого компьютера. Он был распаян, из него были вытащены лишние провода. После этого была вставлена для подсветки вентилятора трехдиодная лампа. Добавлена гриль-решетка. После этого я удлинил провод включения блока питания и вывел его в специальную трубку. К началу и концу этой трубки я приделал специальную диафрагму, историю происхождения которой я, к сожалению, не знаю. Внутрь этой диафрагмы были вставлены кнопки включения блока питания и колонок отдельно. Диафрагма закрывается, открывается. Все провода проходят внутри металлической трубки, которая обмотана диодной нитью. Не диодной нитью, а неоновой. Вот. Колонки были изготовлены примерно по той же технологии. Были взяты две полые трубки из оргстекла, которые были затонированы краской. Под них были вытащены два основания, которые помогают крепить эту трубку. Внутри самой трубки находится плазменная лампа. Также сделан для обеих колонок. Корпуса от колонок я взял от старых примитивных пищалок фирмы Defender, по-моему. Вот, я вырезал сетку и закрепил динамик в этой сетке. Из оргстекла я вытащил подставку, прорезал в ней круг и вставил трубку с плазменной лампой. Для надежности конструкции я сделал специальные подпорки. Вот, сделаны они, смешно звучит, из одной обычной швабры. Покрашены специальной краской в серебряный цвет. Вот. После включения блока питания красной кнопкой загорается диодная нить, соответственно, включается блок питания. Сам блок питания, он покрыт искусственной кожей. Я сделал на нем специальную прокладку на тот случай, если блок питания будет выноситься куда-то снаружи. Для включения плазменных ламп я сделал специальные выводные выключатели на тот случай, если они меня будут раздражать и будут надоедать. Вот такие симпатичные молнии танцуют под нашу музыку. Для того, чтобы не раздражать свою любимую жену светом от дневной лампы в ночное время, я сделал специальную подсветку для клавиатуры. Для этого использовал неоновую лампу. Включается она под столом. Вот, она дает более чем необходимый свет для клавиатуры, и тем самым можно выключить свет в комнате.